Всем фуд привет на канале Турпопов Шеф. Сегодня мы будем с вами готовить традиционный Ташкент, узбекская кухня. Друзья, это самый интересный вкусный салат перед Новым годом, на Новый год и в стол. Поехали. Начнем мы с дайкона. Нарезаем его очень тоненько. И дальше это все будем сейчас перерезать. Соломку, тоненькую соломку. Чем тоньше, тем лучше. И дальше режем тоненькой соломочкой. Все это сбрасываем в мисочку. И отправляем промывать под холодной водой. Я буду промывать с лимоном, с лимонным соком и с лимоном, чтобы это было в два раза быстрее. А так можно просто под проточную холодную воду на минут 10 и нормально будет. И так дальше. Что нам понадобится? У меня будет болгарский перец. Болгарский перец мне нужны, тоже нужна соломка. Вот это я могу порезать в соломку, могу не резать, но беру в холодную. Сейчас мне не понадобится. Вот так вот убираем лишнее. Так вот правильно вырезается болгарский перец. Эту мусор убираем. И болгарский перец нарезаем также тонкой соломочкой. Стоит. Убираем от него запах. Остальное подрезаем. Дальше лук красный. Можно использовать маринованный, у меня будет свежий. Вот. Можно использовать свежий красный лук. Можно лук шалот, можно белый лук, но репчатый будет, наверное, уже не то. И точно так же нарезаем тоненькой соломочкой. Таким вот образом. И отправляем это в миску. Дальше. Говядина. Говядина может быть отварная, может быть запеченная. У меня будет отварная. Если запекаете, это еще круче. Всяких сюда прикольных специй добавить. И также нарезаем ее тоненько. Вот примерно вот так. Дальше два яйца. Яйцо отварное. Отправляем сюда два яйца. Можно порезать, можно вот на терке. Я обычно это делаю на терке. Вот таким вот образом. Чили перец у нас пойдет на декор, зеленый лук, нарезаем тоже его пером и отправляем. Проверяем дайкон, таким вот образом вот он вместе стоит в холодной воде, в нем нет запаха резкого. Что мы делаем дальше? Я сразу высыпать не буду в миску, потому что салат будет такой очень сильно мокрый. Я буду делать следующее. Высыпаю вот сюда на тряпочку дайкон. И все это дело вот так просушиваем. Потому что салат должен быть не сильно влажный. Не сильно сухой, что-то среднее. Вот, дай, пожалуйста, соли, перец. И чуть-чуть сам салат солим. Солим и перчик. Я люблю, к примеру, когда перчик вот свежий молот и хороший, именно с ступки. Он свежий, такой прям ароматный, шикарный. Это перец обычный, поэтому добавляем чуть больше, чем обычно. Дальше у нас майонез. Я обычный майонез использую. Кто-то еще какие-то там майонезы шикарные добавляет. И все это перемешиваем. Аккуратненько перемешиваем. Не надо его жмякать, болтать полчаса. Просто аккуратненько перемешать. И все. Чтобы сохранить пышность, форму всего, что здесь нарезано. Все-таки это не оливье, который можно там тоже жмякать.
Тут не надо так делать. Аккуратненько сходим, перемешиваем. Вот, и салат наш готов. Посмотрите, какой он крутой. Тут вообще. Я даже прям попробую его. Соль, перец, все есть. Лишнего ничего нет. Дальше выкладываем. Я не использую никаких колец. Просто выкладываем салат. Вот. Берем прям вот так вот тарелочку. Если, допустим, вы это в Новый год делаете, или просто где-то дома ужин накрываете, ну, можно как бы через кольцо, можно обычно вот таким вот образом. Главное, это должно быть пышно, красиво, вкусно. Вот. Дальше. Дальше мы декорируем. Декорируем. Вот он зеленый. Также нарезаем его пером. И вот так прям насыпаем. И все. Больше не надо, много не надо. И свежий кинзой. Вот такие вот соцветия, либо листики можно порвать, как вам удобно. Все-таки это восточная кухня, и кинза здесь, как по мне, она должна быть обязательно. Вот такой черный листик можно убрать, чтобы его не было. Вот. Дальше. Туда же без чили перца. Кто-то рыбу поострее, кто-то нет. Чили перец нарезаем также. Тоненько все должно быть, чтобы салат не потерял баланс. Если у вас будет очень толстый перец, вы будете просто есть перец. То есть, по сути, можно взять перец и съесть. Поэтому нарезаем очень тоненько. И вот таким вот образом тоже декорируем салатик. Это очень важно. Все, больше не надо. Больше не нужно. Дальше я буду использовать жареный лук. Вот такой покупной. Можно подарить самому. Мука, масло и больше ничего не надо. И ваши усилия. И вот так вот все это мы декорируем. И, конечно же, как без граната, и гранат, и зерно-гранат. Тоже вот таким вот образом все это декорируем. И все, много не нужно. Может, я дальше не буду раскрывать, чтобы повара мои мешали им работать. Вдруг он сейчас и не пригодится в работе. Ну, друзья, салат готов. Какой шикарный. На Новый год можно его сделать. Можно просто на выходные там, любимого человека удивить. Так что давайте вместе его пробуем. Его пробовал, сейчас попробуем. Берем вот все, лучок, кинзочку и чили перчик. Очень вкусно все сочетаем. Вот, кстати, перец чили не острый, я бы прям добавил бы еще, но он вообще не острый. Как будто болгарский перец. В общем, друзья, готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!